до шуток. Сегодня было посетителем аттракциона «Американские горки» в штате Калифорния. На рельсы, по которым двигался поезд, упала ветка и парализовала движение. Состав, мчавшийся по извилистой подвесной дороге со скоростью 50 км в час, внезапно остановился на 6-метровой высоте. Около 30 пассажиров 2 часа провисели в воздухе. В результате происшествия пострадали 4 человека. Сейчас их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.